Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала «Сады и цветы». Сегодня я приглашаю вас прогуляться по огородной части испытательного сада Вайнштефен в Баварии, Фрайзинг. Здесь испытывают новые сорта овощей, фруктовых деревьев, плодово-ягодных кустарников и зеленых культур. И дают свои рекомендации немецким садоводам и огородникам. Итак, прогуляемся. Вот это информационный павильон, где можно получить консультацию, задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Обратите внимание на зеленую крышу, а также на композиции в горшках. Это не просто цветы, а вполне себе съедобные растения. Пепины, например. В грядках мы видим ветлов, сельдерей, лук, порей, мангольд и амарант. Еще одна интересная композиция, в которой шалфей сочетается с сортами острого перца и вербеником манетчатым. А с другой стороны этой композиции мы видим самые настоящие баклажаны. Как же красив салат. Грюнколь. Фасоль, подсолнечник, лук, грядка с перцами, кабачки мучные с карасем, это нормально, и рядом спаржа, а у нее в ногах сидит земляника с очень красивыми ярко-малиновыми цветами. Фенхель и подсолнечник. Красивое сочетание. Артишок и вербена бонарская. Практически цветник. Цветная капуста и кукуруза. А на дальнем плане томаты и снова сельдерей. Интересная идея укрыть томатов от дождя. А в поднятой грядке здесь растет пепина, залаты, кальраби, миниатюрные томаты и даже огурцы здесь плодоносили. Как видите, здесь испытывают не только растения, но и различные идеи конструкции поднятых грядок, а также различные конструкции теплиц. Различные варианты поднятых грядок с деревянной окантовкой, жестяной. Бетон, насколько я понимаю.
Дальняя конструкция из деревянных ящиков. И просто горшки на решетке. А что это у нас такое вьющееся с пурпурными побегами и черными ягодами? Базелла Альба. Нужно будет посмотреть, что это такое. Урожай пепина в горшках. И жгучего перца в настенном варианте уже готов. А это выставка балконного огородничества с пряными травами и овощными растениями, а также цветами. Жгучий перец. Шалфей. Петрушка. Мелисса. Обычный перец. Розмарин. Батат. Баклажаны. Базилик. Очень понравился мне вот этот стол. Дизайнер назвал его съедобным. Здесь растут пряные растения: тимьян, мелисса, настурция, перец, батат. Дело в том, что посередине стола есть вставка, куда можно насыпать землю и посадить все, что душа угодно. И снова тема овощи и цветники. Здесь снова идеи для огородничество. Вот, например, бюджетная садовая этажерка из обычных ящиков. Снова балконное огородничество. Можно устраивать его в балконных ящиках, а можно делать вот такие пирамиды. И даже старые палеты можно использовать под садово-огородные нужды. Например, примостить в них ящики и посадить клубнику или пряные растения. Цветущие однолетники для красоты. Спасибо за внимание.